Скажу вам по секрету, очень редко до поры я выбирался нынче на природу, но предложение посетить подножье царь горы я принял и попер, не зная броду. И вот в компании новых замечательных друзей мы мчимся на шедевре автопрома, общаясь, между прочим, без особенных затей, надеемся на встречу с незнакомым. По слухам, те места теперь загадками полны, и мы полны предчувствиями тоже. Там, говорят, паломники кишат со всей страны, там каждый ищет, что душе дороже. Там, говорят, паломники кишат со всей страны, там каждый ищет, что душе дороже. Торопимся, как Гудвину из сказочной страны, кто за умом, кто так из любопытства, должны увидеть мир, и мы с обратной стороны, и новые таланты в нас открыться. Должны увидеть мир, и мы с обратной стороны, и новые таланты в нас открыться. Мы по горам бродили, как упрямые волхвы, надеясь изменить закон природы. Но оказалось, он гласит, что чудеса, увы, встречаются все реже год от года. Пусть каждый будет оставаться с мнением своим. Кто верит в Бога, тот и верен Богу. Так пусть живет и процветает древний Аркаим, а нам пора в обратную дорогу. Так пусть живет и процветает древний Аркаим, а нам пора в обратную дорогу. Извлек я для себя весьма полезнейший урок, что нет дороже дружбы и общения. Теперь, запасшись на неделю провиантом впрок, я жду от жизни новых приключений. Теперь, запасшись на неделю провиантом впрок, я жду от жизни новых приключений.